Еще одну подпорную стену начало размывать на склоне в районе Студгородка. Это случилось после сильных дождей в эти выходные. На кадрах, которые сняли местные жители, видны ямы на газоне и разломы брусчатки. Ливневая канализация у дома есть, но она не работает. Это уже не первый подобный случай в Студгородке. На второй огородной сейчас делают масштабный ремонт и укрепляют грунт. Смотрите внимательно вот на этот вид. Размыв. Сейчас пойдем вниз. Тот же самый водосток, вид снизу. У нас есть чудесная сливная труба, которая, как мы видим, не работает абсолютно. Зато у нас тут не менее чудесный водопад.